Всем привет, ребятки! Меня зовут Люцист, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас рейд довольно-таки маленькой и топовой базы Player 9231. Несмотря на то, что на этой базе всего 6 ящиков, по-моему, а лут мне всегда был очень даже интересный. Это огнестрел, броня, хил и кое-какие ресурсы. Для нее понадобится одна сишка и штуки 4 обычных топоров. Ну, если ломать только ящики. Тут еще станки есть парочка, хотя их не так много. Готово. От трех волн я избавился. Не думаю, что тут будет смысл умирать. Так, канистры 9 штук. Дробовик, глок, скар, ВСС. ВСС, я сказал. Так, аптечки. Это уже топовый ящик. Так, здесь танки, пластины. Может, тогда отсюда их забрать. 14 штук. Давайте еще микросхему заберу на всякий случай. Так, пластина одна, еще 9 аптечек, руда, ну, боксит можно взять пока что. Так, здесь есть что-то, доски, окей. А в этом ящике у нас еще 2 пистолета. Итого это уже 6 огнестрела, доски, 3 стака винтов, ну, почти. Так, еще 2 ящика. Тут еще у нас 2 глока и калаш, давайте я это сразу положу в байк. Байк, байк, байк. Заодно бензин туда можно положить. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот так вот. Стоп. И бензин сюда же. В принципе, уже очень неплохо. Учитывая, что такая маленькая база. В пикапе ничего нету. Так. Идем сюда. Тихо. Так, тут броня, хорошо, забираем. Тут еще один сет, ладно, давайте заберем его. 2 медных слитка пока что возьму. Плавильня, лом, не интересно. Вот этот ящик я, по-моему, пропустил, да? Так, топор я уберу, 4 красных талона заберу. В принципе, больше, хотя вот так, наверное, сделать надо. Ну вот, вяленое мясо можно забрать, почему бы и нет. Вроде бы все необходимое я взял. Ну, по крайней мере, для себя. Вы же можете тут умереть и забрать еще кое-какие ресурсы. Так, а я вроде бы забрал все, да? Или нет? Или да, или нет. Ну, вроде как да. В общем, вот такая вот база. Сейчас покажу лут в целом, какой мы получили. Это у нас 8, 9, 10, 11 огнестрела, 2 сета, 2 стака аптечек, 3 стака бинтов и кое-какие ресы. И по мне очень топовая база. Потратили всего одну сишку на это. Ну а на этом все. Надеюсь, ролик вам понравился. Вы оцените его лайком. Пока-пока. До скорых встреч.